Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в этом видео мы, наверное, поговорим о самом проекте. Вот, потому что люди писали, что это такое, что за игра, что будет, какие-то рекомендации свои предлагали. Поэтому сегодня я, наверное, по этому поводу дам ответ. Дам ответ и немножко прокомментирую дальнейшие мои задумки. Перво-наперво, что это будет? Я пока геймплейную часть отставлю, я хочу сказать, что это будет. Это будет RPG, что-то типа Fallout, Ведьмака, очень довольно забавное, потому что я уже, скажем так, квесты и истории, которые я придумал, показывал друзьям, и они говорят, что это очень смешно и это очень колоритно. Ну, то есть это будет, как вы можете заметить, российская глубинка такая. Да, тут очень много объектов не соответствует, но они будут заменяться. Я их поставил в качестве, не знаю, ну, референса. Знаете, референс что такое? Это когда вы берете один объект и по нему делаете уже свой, к примеру, референс. Бывает у художников. Они берут другую картинку и смотрят, как, к примеру, так или иначе. Как изгибается тело, да? И наподобие его делают уже свой рисунок, опираясь на опыт, к примеру. Да, или получая опыт из фотографии. Да, здесь у меня есть деревня. Давайте уже, наверное, перейдем к геймплею. Кстати, люди, которые у меня на канале уже давно, ну, не так давно, в принципе, люди, которые смотрят мои видео, они знают, что я делаю видео по видеоурокам, по-моему, это чувак. А, на канале Unreal Engine, и чувака, по-моему, зовут Александр, я делал по его видеоурокам. То есть я смотрел стримы и сделал. Просто почти в конце я такой думаю, блин, у него почти готовый объект. Я его просто скачал и переделал, где-то переписал логику, тоже люди видели, наверное. Да. Я об этом я регулярно пощу в группу о том, что я переделываю. Вот, так что, если вам интересно, проходите по ссылке, заходите в категорию о канале. Подписывайтесь. Туда вещи, вот, которые я смоделировал, к примеру, это я смоделировал, вот это, вот такие штуки, вот это все я смоделировал. Если вам интересно вот это, то проходите. Здесь у нас, значит, craft table, да? Понятное дело, можно будет, то есть все готово, просто бери и делай, да, любые рецепты, понятное дело. Пока оно вот таким образом. Тут, значит, что это? Тут ящички, они даже имеют звук. Оружие есть, которое неким образом стреляет. Также, кто смотрел мои прошлые видео, знает, какое у меня есть оружие, что оно делает, для чего, да. Киркой добываем металл, камень. Топором, он нам понадобится, надо его взять. Топором добываем древесину и косу, это косить пшеницу, ее тоже надо будет реализовать. Логику, да, она все работает, просто я не хочу, чтобы... Пшеница не сразу, ты можешь ее поставить, да, к примеру, и она будет расти. Я хочу, чтобы она не сразу росла, а постепенно, ну, типа, реализм. Я хочу сделать вот что. Я хочу вам показать крафт, который здесь реализован. Давайте, для начала нам необходимо вырубить немножко дерева, по-моему, одного ствола хватит. Я не хотел долго запариваться, то есть убрать и там выбросить. Смотрите, у нас есть... У нас есть дерево, да? Оно вот таким образом у нас тут показывается. Вот. А это у меня Craft Constructions. Надо было переписать на русский. Что-то я затупил. И Craft тоже надо было на русском написать. Ну, локализировать как бы. Мы можем поставить разные штуки. Там всякие ковры, там кроватки. Вот стул, торшер, потом всякие штуки. Вот шипы, к примеру, да, можно поставить. Вот, но дело в том, что зомби их умело оббегают. Да, шипы наносят дамаг, кстати, вот. Также вы, наверное, заметили, что у меня тут куча разнообразной одежды. Некоторые вообще не подходят тематике, но это, скорее всего... Ну, чувак писал, типа, я, говорит, хочу, чтобы это было, типа... Ну, я, говорит, хотел бы, чтобы это было средневековье, что-то такое, короче говоря, ну... Я это добавил в качестве шутки, короче говоря, просто вот. Думал тоже... Была бы, я подумал, вот он говорит, а было бы неплохо, типа, в качестве шутки сделать следующее. Одежда также одевается, но поскольку у нее не реализован такая штука, знаете, вот в пупке, когда ты одеваешь, вот видите, к примеру, волосы торчат из-под маски. К примеру, в пупке
Маска бы часть волос бы забрала, к примеру, шапка. Или вот видите, у меня рука торчит, да? В пубге это все так реализовано, что если модель рубашки одета на персонажа, то она удаляет просто на том месте, где она находится, к примеру, удаляет модель тела. Вот, поэтому мне также нужно будет делать. Опять же, тут можно будет поставить вот такие штуки. Все это работает. Все это надо будет, можно будет скрафтить. Металл, короче говоря. Будет пилы, которыми из большого бревна нужно будет делать этот. Вот, из большого бревна нужно будет выпиливать, короче говоря, доски. И вот вся такая дрочь, которую, знаете, любят майнкрафтеры. Вот, здесь у нас уже смотреть нечего, пойдемте посмотрим, во-первых, зомбей, которых мы сейчас убили. Зомби обладают уникальным озвучанием смерти, и я вам хочу сразу сказать, что эту смерть озвучил я. Давайте послушаем, а я что, я же в него вроде попал. Вот. Это мой голос. Вот. О, блин, ты чё? Ну вы поняли, короче говоря, я сделал наложение из трех дорожек, это сип, хрип и просто голос, и получили зомби, короче говоря. Тут мосток, я сделал временный, мост мне нужно будет моделировать, естественно, ну, сами понимаете, что если мы говорим о деревне какой-то, да, то тут, собственно, специфическое все, да, персонаж также умеет плавать. Тут у нас есть... Ну, видно, что здесь кто-то жил, и ты что там делаешь? Опять же, вот там нужно будет ставить эти блоки, которые будут запрещать спавниться товарищам вот там. Вот. Тут у нас есть лодочка, она качается. Видно, что здесь кто-то рыбачил. Но это, типа, уже здесь никто не живет. Все вот эти домики, они будут... А дверь у них будет открываться. Я просто взял модели, знаете, как я уже говорил, в качестве референса, чтобы я... Видно было, да, я наметил... Вот это должно быть здесь. В дальнейшем я вырежу все внутрянку. Там, к примеру, там пустота просто в моделях. Вырежу, короче, можно будет входить. И все такое. Здесь спавнится зомби, понятное дело. Вот здесь никто не живет. Стало быть, здесь кто-то умер. Зомби также будут уникальными. В большинстве своем, да, они будут однотипными. И все будет, в принципе, нормально. Да, в зоне спа они спавнятся. Вы можете видеть эти красные лучи. Вот. Но беда в том, что они спавнятся каждые 2 секунды. Вот. А представьте, вы идете по зоне, и они спавнятся. Вы отстреливаетесь, они спавнятся. Нужно просто будет логику немножко изменить, и они будут спавниться, вы будете отстреливать. И они будут спавниться только тогда, когда вы уходите из зоны, либо там через пару минут. Это агрессивные боты. Они стреляют. Но у них сейчас узкий угол обзора. И недостаточно короткий. Вот поэтому они сейчас меня особо не замечают. Здесь тоже будет хрен. И они не обладают слухом. Они меня просто-напросто не слышат. Пока что. Ты что здесь делаешь? Также пока хитбоксы, или как они называются, да? Чтоб ты стрелял в определенное место. К примеру, в голову. И там хедшот. Все, труп. Так, это все. Я пытаюсь скрыться. А ну, смотри, а он прошел, потому что здесь коллизии нету, я забывал писать коллизию. Вот, это торговец, то есть с ним можно, здесь у него там стол, всякого этого, необходимые, а вот, это тоже надо включить, потому что, ну, не хватает антуража, это все, конечно, будет потом заполняться. Тут, значит, у нас есть чувак, с ним можно будет просто поговорить, можно будет поторговать. Он сейчас не обладает особым такими диалогами, вот. Это я в качестве шутки для группы сделал. Опять же, повторюсь, если вам интересно, вы можете перейти в группу. Там я пощу то, что я смоделировал, пощу то, что я сделал. И потом в конце я делаю такое общее видео, как сейчас. В общем, не об этом. Давайте посмотрим, что у нас тут в деревне есть. Нужно будет аккуратно, потому что здесь везде спавнятся эти говнюки. Надо было патронов у него купить, потому что сейчас прям жопы нас убьют. Да, сейчас пока все выглядит так. Опять же, ну знаете, вот, ну нету такого ощущения, будто мы в деревне. Да, что-то там, домики, да, там забор. Но нету, знаете, деталей. Типа бочки. Ну, у всех дачников есть бочки с водой, ванны с водой. И есть какие-то строительные инструменты, какая-нибудь подсобочка, видно грядки.
Вот и все такое, вот. То есть, нужно это все добавлять. Этих чуваков я пока не трону, потому что здесь заканчивается зона, поэтому они тупят. И заканчивается зона, где они могут ходить. И они, собственно, встали и стоят. Вот, типа, там всякие такие лодочки. Опять же, тут, я как сказал, все будет настраивать. Тут, здесь можно уйти. Ну да, он мне дал в челюсть. Там, короче, будет... смотрите, как у него башка. Тут будет, короче говоря, переход в следующую локацию. Да, могу так поставить, я просто для прикола сделал. То есть здесь можно будет пройти, тут пески. Типа, да? Просто для прикола, но я это уберу, я уж понял, что это. Я сначала хотел сделать что-то действительно магическое, и... но потом я вот пришел к тому, что я хочу сделать РПГ. РПГ где-то в российской деревне с очень смешными моментами, как в Ведьмаке, к примеру. Да, опять же, я, по-моему, говорил или нет, то, что я делился мыслями с друзьями о том, какие будут миссии. Они говорят, что это забавно и может и выстрелить, то есть это будет очень мемно так. Вот. Также будут отсылки к разным играм, интересным какие-то моменты, да, такие. Сейчас я пока просто записываю миссию. Я пока не знаю, как их реализовать, точнее, я даже не думал, я к этому не подходил. То есть очень много визуалки. Там логики-то совсем чуть-чуть дописать. Маленькие баги пофиксить, и, в принципе, уже можно. Но вот самый такой момент, мне нужно научиться делать именно квесты. Опять же, я думаю, есть где-нибудь на англоязычных ресурсах, да, можно будет найти. Поэтому, я думаю, труда не составит. Хотя, кто его знает. Разные сеты, короче, наверное, скорее всего, будут так же. Ну да, каждая из одежды, она обладает броней, какая-то не обладает. Ну, это сделано просто скорее ради, не знаю, эстетического интереса. Тут у нас есть спартанские. Можно, кстати, попробовать его одеть так для прикола. Ну, для тех, кто не видел, кто у нас в группе подписан, или это все тут что, спартанский шлем. Блин, я его выбросил случайно. Зачем? Где он? Вот он. Спартанец в противогазе. Очень забавно. Давайте снарядим его, выбросим. И вроде бы, по-моему, ничего... А, нужно пальто еще отключить. Да, тут еще есть сапоги специальные, спартанские, типа. Спартанские сапоги. Кто ограбил музей, вон, видите, даже descriptions есть. Да, описание. И, иконки пока такие, я сделал общие. Иконочки, так, ну... так, что были, короче говоря. Что же я еще хотел рассказать? Вроде бы я рассказал о том, что это будет, какие миссии, чё, куда. Я изначально хоррор хотел сделать, но потом подумал, ну его в баню. Да, персонаж плавает у нас. Я немножко так, чуть-чуть добавил водоросли. Это все, конечно же, выглядит криво, но в идеале это все будет выглядеть достаточно красиво. На этом, я думаю, все. Что вам еще показать? Показать-то больше и нечего. Если вам понравилось то, чем я занимаюсь, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Я, конечно, хотел бы, как какой-нибудь видеоблогер, сказать, поддерживайте на меня на Patreon. Это помогает мне делать видео. Но Patreon у меня, к сожалению, нет. Вот. Так, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Вы мне помогаете расшаривать видео, расшаривать то, чем я занимаюсь. И я смотрю, нас становится больше и больше. Если это вам нравится, то я думаю, что понравится и другим. Нас будет больше. Как бы я делаю эту игру не для одного себя. Ну, скорее всего, для одного себя, то есть каждый делает игру, ну, то есть каждый, кто занимается, поначалу делает игру такую, какую, в какую он хотел бы играть. На этом все. Опять же, повторюсь, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу, если есть интересы. Интерес такой, подписывайтесь, чё, куда. Куда хотите, на ВК. На этом у меня, я думаю, все. Всем удачи, всем пока.